ахая холыңышаду дальгадылыгең мүнде та мүнде адумал сурек мүнде амо Большой привет, привет из Республики Бурятия! Бурятия. С праздником народного О, единства! Единство. Меня зовут Ангарак, я представитель ресторана «Орда». Меня зовут Чингис, я повар ресторана «Орда», который находится в городе Москва. И также находится в городе Ланде, Республика Бурятия. Сегодня мы хотели бы вас познакомить с нашим традиционным бурятским блюдом – это «Бузы». А, бузы. Выглядят они вот так в форме юрты. Вот у нас здесь есть юрта. Также круглая форма. А, это жилище наших а, предков. А, форма бралась от юрты. Круг, наверху дырочка, где из юрты выходит дым, а из, из буз выходит пар. пар да. Сегодня мы будем показывать, как готовить а, бузы. А, на данный момент а, мы приготовили а, мясо. А, мясо а, идет говядина, говядина и говяжий жир. Также сюда идет добавляется а, лук и соль. А, Специи мы никаких не добавляем, так как испокон веков а, мы буряты а, не добавляли туда каких-либо специй. Вот. А мясо может быть а, любым. А раньше у нас а, готовили специальным ножом, мясо резали специальным ножом. А, вот. а сейчас на данный момент мы а, также, как и испокон веков, рубим мясо руками. А, то бишь, берем нож и начинаем резать мясо вручную. А на сегодняшний день а... Бузы готовятся не только из рубленного мяса, можно туда добавлять и свинину, и баранину, и говядину, можно и свинину, говядину перемешать все через фарш. То есть не только рубленная говядина сейчас готовится. Вот. Для начала мы берем тесто. Тесто готовится, получается, из муки, воды и также добавляется соль ничего больше тесто по упругости чуть гуще, чем тесто на пельмени, поплотнее, поплотнее, да, благодарю. Вот мы берем тесто, ложим и начинаем раскатывать скалочкой. А я бы расскажу в этот момент про бузы. Бузы уходят далеко-далеко в прошлое да, в э, прошлое наших предков, так скажем, э, мы готовим э, бузы исключительно по праздникам, по праздникам, как наши предки готовили, да. А на сегодняшний день мы можем их поесть и сегодня, и завтра, то есть каждый день можем кушать. А предки наши готовили исключительно по праздникам. Почему по праздникам? Потому что в белый месяц, да, в Сагалган. Готовим наши замечательные, вкусные бузы. Сейчас Чингис показывает защипы. Защипы форму обретает круг. Да? Есть две легенды про защипы, я вам расскажу. Первая легенда это про одеяние лам. То есть у буддийских лам, наших священников, есть одежда красный халат. Да? И там должно быть обязательно 33 складки. Вот именно поэтому у Буз должно быть 33 защипа. Вот. Наглядно показал Чингиз. А вторая легенда у нас идет про м -м, тибетских лам. Тибетский священник пригласил к себе в гости наших буддитских э, лам и сказал, к их приезду приготовить э, мясо, завернутое в тесто. И чтобы обязательно было 33 защипа. Это означает, э, что все племена поклоняются к буддизму. Вот такие вот две легенды у нас есть. На данный момент Сагалган в этом году будет, в 2022 году, будет проходить 1 февраля. И мы приглашаем вас отметить этот праздник вместе с нами в ресторане Орда. Сагалган – это праздник белого месяца для бурят. То есть по-бурятски Новый год. Так а, дорогие зрители, мы хотели бы вам наглядно показать, как а, выглядят наши бузы. Изначально мы уже приготовили их. В готовом виде, да? Вот, пожалуйста. Бузы варятся в пароварке а, на данный момент, а если вы захотите а, также дома приготовить, вы можете приготовить а, в мультиварке, либо в пароварке. Исключительно бузы готовятся на пару, тем самым бузы, в отличие от пельменей или других блюд, полезны. Туда не добавляются никакие добавки, ни специи, готовятся на пару, можете кушать их каждый день. Вот, давай, наглядно покажем, как есть правильно бузы. Да, да? конечно. Давай берете руками, обязательно руками, не вилками, не ножами, только руками. Надкусываете снизу маленький кусочек теста. Что мы сейчас сделали? Мы выпили бульон. <laughs> Надкусываете кусочек. Если бузы очень горячие, дуете, чтобы не обжечься, выпиваете бульон и съедаете все остальное. Вот, Чингис, давай еще раз поздравим всех наших зрителей с днем народного единства. единства. Приглашаем вас в наш район, республику, республику Бурятия и на Байкал. На Байкал, конечно, обязательно на Байкал. Путешествуйте, друзья, приезжайте к нам. Только ради этих бус и ради Байкала, пожалуйста, приезжайте к нам в республику. Мы вас с радостью, с нетерпением ждем. Нашу солнечную республику. Мы, кстати, буряты, очень гостеприимный народ. Будем вас ждать. Всего доброго. Еще раз с праздником! С праздником! забыли по бурятски здоровья и счастья пожелать дорогие зрители Талын сысык шынге арең хадың охоң шынге сарюң ширегредурың сагаң ыдете сыткредурың сагаң ханате жаргылтболтыг окунулся в бурятию да